Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime with no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I'll wait for delivery each day until three. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me познакомимся. Давайте расскажите нам правду. Я, что если, это такое? Если сказать всю правду, то я Николай Арутюнов. Настолько не ожидали увидеть вас здесь. Это просто, ну, фантастика. Как сколько лет? Спасибо за приятные слова. Спасибо сколько большое. Лет? Неужели 60 плюс? Ну, а куда деваться? Ну, не плюс, но уже как бы... Я думал, что вернулся Дэвид Клейтон Томас к нам. Да, я люблю его. А? Я люблю его. Любите Дэвида, да? Да, конечно, конечно. У вас просто такой саунд. Спасибо. Я так понял, что программа у нас семейная. Можно минутный бонус? Дайте мне, будьте любезны. Конечно. У меня сынок поет. Он здесь, вон за меня болеет. Сереж, иди сюда. Арутюновы, давайте. Давайте, Арутюновы. О, сынок. Мы присядем. Да. You shake my nerves and they rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I loved love cause I thought it was fun. You came along, the only changed my mind. Love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Like a lover's shoe. Yeah, fine, so kind. I gotta tell the world that's a my. I shoot the nails and I tweet on my phone. Committed only like you have fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Самое время выбрать. Дорогие друзья, вот это вот... Я себя чувствую не очень хорошо в этой ситуации. Мы тоже, волнительно. В этой ситуации. Ну, ничего. Ну, во всяком случае, я... Естественно, я всех вас ценю как очень больших певцов, как личностей. Я это не комплимент говорю, я говорю как есть. Может быть, я немножко как бы из другой музыки, но я вполне осознаю... Мы потому удивлены, да... увидев вас.
Я в таких случаях обычно считаю какую-нибудь детскую считалку. Нет. Может быть, кто первый? Ну, давайте так. Я извиняюсь перед теми, кто не будет со мной заниматься. Кого я не выберу, да? Ну, это неправильная формулировка. На! Лёня, да? Может быть, на мой взгляд, музыка Леонида Агутина, она чуть ближе мне, понимаете, да? Потому что я соул-фанк пою, и, наверное, что-то мы сварим. Непременно. Валера, извините, пожалуйста. Извините, Пелагея, извините. Лев Валерьянович. Ну, Лев Валерьянович, мы с вами на футболе встретимся. Мы заодно с вами команду болеем. Самое главное, что вы в проекте, это уже для нас огромное удовольствие.